Катрин! Насладитесь нашей историей в лице измученного протагониста и приведите его к свободе. Начните историю с самого начала. Ну что ж, возьмите перекусить и наслаждайтесь удивительной историей Кэтрин. Пропустить. Когда день сменяется ночью, любовная история ожидает вас. Добрый вечер. Добро пожаловать в Золотой театр. Вашим ночным проводником буду я. Полуночная госпожа Триша. Вы слыхали про эти страшные слухи? Поговаривают, если вы упадете во сне, не успев проснуться, вы умрете в реальность. Сегодняшняя история Кэтрин – неоднозначный любовный триллер. Превозмогая некое проклятие, мужичка ожидают кошмарные 7 дней и 7 ночей. Герой сей повести – 32-летний Винсент Брукс. Он честный и порядочный мужчина. Но однажды его начинают преследовать ужасные кошмары. В придачу судьба подбрасывает ему соблазнительную красотку. Какой казанова, правда? Сможет ли он верно расставить приоритеты? Его исход, зависит от вас, зрители. Простите за ожидание. Поднять занавес. Наслаждайтесь шоу. До нашей встречи. Ты вообще слушал? Конечно. Ты в последнее время сам не свой. Все в порядке? Отстраняешься. Ай, прости, поработать надо было утром. Пропустить. Что
это, блин, за место? Что, а? Помогите, кто-нибудь! Взбирайся быстрее. Кто ты такой? Где мы находимся? Не трать силы и карабкайся. Если упадешь, ты труп. Я умру? Да ты, блядь, издеваешься! Пол уровня падает. Пользуйтесь направляющими для передвижения и подъема. Не может быть! Покойся с миром, о ягненок. Умирать еще рано. Вот так. Раз. Вот так. Вот так. Строй кубики и лезь. Один кубик за раз, усек? Как мне вообще их сдвинуть? Нажмите крестик, чтобы схватить кубик. Держа кубик, воспользуйтесь направляющими кнопками, чтобы толкать либо тянуть. Также на легкой сложности можно отменить последнее действие, нажав Select. Используйте это как второй шанс. Вот так. Раз. Вот так. Вот так. Край. Вот так. Край. Край. Найдя и подобрав загадочную подушку, вы получите дополнительную попытку. Увидите? Попробуйте достать. Оно того стоит. Раз. Это моё. Край. Край. Раз. Край. Не толкай, все подряд. Думай головой, а то в тупик себе загонишь. В тупик? Хаотичное движение кубиков может иметь последствия. Для начала попробуйте вытащить блок, создав почву. Край. Вот так. Край. Вот так. Это мое. Это очень важно. Так что ты уж запомни, что я скажу. Говори. Эти кубики необычные. Не забывай, что они могут держаться лишь на краях. Как это вообще держаться лишь на краях? Даже если под кубиком ничего нет, пока он соприкасается с другими краем, он не упадет вниз. Края подсвечиваются голубым, когда соединяются. Попробуйте сами. Край. 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 Это мое. Край. 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 Это мое. Не может быть!
Успокойся с миром, о ягненок.